Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Каким же насыщенным оказались футбольные будни для всех болельщиков? Потому что были праздники, настоящие праздники футбола. Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионат России, встречались лидеры российского чемпионата. Давайте поговорим об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Илья Розенблат, Евгений Воронин и Константин Щербиненко. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну, я уверен, что каждый из вас, и в том числе и наши телезрители, которые видят на экране номера телефонов, по которым можно позвонить, и давайте сегодня пообщаемся, потому что, реально было очень много интересных матчей, моментов. Я уж не говорю о том, что сам «Спартак» заполучил нового главного тренера. Ну а начинаем, как всегда, по порядку, друзья мои, Лига чемпионов. И давайте вспомним и сами, и напомним нашим телезрителям, как закончились матчи. Итак, Лига чемпионов. Наш российский «Локомотив» потерял ход, видимо, башмаки жмут, и проиграл 4-1 «Порту». И ЦСКА дома не смог одолеть итальянскую команду и проиграл со счетом 1-2. Константин, давай начнем с «Локомотива», потому что мы говорили на прошлой передаче, что какой-то абсолютно разный «Локомотив» в чемпионате России и в Лиге чемпионов. В Лиге чемпионов, если мне память не изменяет, «Локомотив» уже пропустил за 10 мячей. За 4 матча. Да, 11 мячей получается. 11 мячей, за 10. Да. Что происходит с «Локомотивом»? Почему такая небоеспособная единица оказалась у нас в Лиге чемпионов в виде «Локомотива»? Откровенно говоря, «Локомотив», наверное, та команда, которая 14 лет уже не принимали участие в топовых турнирах. И тут сразу Лига чемпионов. Откровенно, уровень «Локомотива», да и в принципе, я посмотрел на многие команды, в том числе и ЦСКА, уровень нашей команды – это, скорее, второй по значимости турнир Лиги Европы. Все-таки тягаться с теми же даже «Порту», команды, которые из года в год выходят в групповую стадию, а то и дальше, в Лиге чемпионов, очень сложно. «Шальке», например, были какие-то варианты, но не знаю, почему именно так все складывается. Вроде как команда настраивается, и в соцсетях многие пишут, что вот-вот, совсем скоро «Локомотив» одержит ту самую победу. Но, как правило, вот почему-то мы не на те рельсы, что ли, наступаем. И первые минуты, и даже первые атаки, и сразу же идет взятие ворот. То ли невезение, то ли еще что-то. Не знаю, «Локомотиву» просто в этом сезоне, евросезоне, откровенно говоря, не повезло. Хорошо, не повезло. Тогда, Илья, тебе вопрос. Как ты думаешь, какова степень радости всех европейских команд, которые участвуют в Лиге чемпионов, когда им из первой корзины достаются российские команды? Я думаю, что чувства смешанные. Ну, во-первых, кстати говоря, о результатах «Локомотива», все-таки следует заметить, что «Локомотив» вытеснил из первой корзины «Порту», как раз, который занимал по рейтингу 9-е место, и по игре, и по всей той редколлегии, которая могла локомотиву попасть. То есть лучшая команда из второй корзины досталась «Локомотиву». Фактически первая корзина, да. Все равно «Локомотив» попал, «Шальке», немецкие команды, традиционно достаточно сложно для российских команд. И первый выезд в Стамбуле, где мало вообще кто очки набирает. Так что «Локомотива» такая совокупность каждого матча, который мог сложиться и лучше, чем он сложился по итогу. Но то есть нет какого-то упаднического настроения от выступления «Локомотива». Хорошо. Сергей, тебе этот вопрос переадресую. У нас с первой корзины «Зенит» выходил, из первой корзины у нас «ЦСКА» выходил, сейчас «Локомотив». Я думаю, все команды, начиная «Порту», «Галатасараи», условные «Рапиды», так радуются. Нам достался российский клуб. Все, ребята. Нет, и с первой корзины могли бы достаться «Манчестер»,
ПСЖ и так далее. Реалы, Барселоны. Политкорректно говорят в интервью своих, потому что послушать интервью. Они, да, но мы это можем. Они говорят, что нет, вы что, российские клубы, это для нас тяжелые клубы, там тяжело будет играть в Москве, там, в России. Ну, может быть, они действительно лукавят, я не знаю. Конечно, лукавят. Думаешь? Я думаю, нет, потому что, во-первых, в России всегда традиционно тяжелые выезды. Потому что совсем другая погода. Тем более осень, да, такая. Тем более, да, вот западноевропейские клубы, а тем более Португалия, для них климат имеет тоже не последнюю роль. Ну, я-то, если, ну, я хоть не был, но условно еду в Португалию, я ж там не умираю от того, что там жарко. Ну, помнишь, снегопад тогда, Интер-то с Спартаком, да, играл, где на Динамо-то они играли, там песок, да, песком посыпали снег, чтобы сыграть им, вот, но ничего, нормально сыграли, они как-то, ты знаешь, если архивы прокрутить назад, посмотреть все высказывания футболистов и тренеров, в принципе, они даже не как-то не очень так говорили, что там снег был с дождем, что поле плохое. Они выиграли 3-1, кажется, да? Ну, а в Германии этого не бывает? Вспомните, прошлый год в Германии, нет, как бывает, игрался чемпионат. Конечно, и там тоже поля были заснежены и в лужах и так далее. Ну, это, я не скажу, что мы единственная страна, которая проходит через вот эти испытания. Олег, оцени, рады ли европейские команды, если команды топовые, типа Манчестер Юнайтед, Челси и прочих, Ювентус, Реал Мадрид, им не все ли равно, с кем играть, с российскими командами, да, или с другими? Им а все команды, равно. А если команды средней величины? А я же величины? Перечислил. Порту, Галатасарай, Рапиды и так далее. Он, скажем так, в чемпионате чего? Турции. Галатасарай чемпион Турции, чемпион, да, Турции лидирует, а там все-таки не слабый чемпионат, как ты знаешь. Олег, приятные игры с российскими командами, если они точно знают, что российские команды, в отличие от многих других, большинства европейских команд, будут точно не играть в атаку в этих матчах. Ну ладно, защищайте дальше наш российский футбол, от этого... Не, ну откровенно говоря... Да потому что, ребята мои, российский футбол в исполнении... Хорошо, у нас Локомотив на рекорд идет. Никакого. Помните, какой у нас рекорд в Лиге чемпионов? Какая команда установила? Спартак. Правильно, 18-1. 18. 6 поражений. Осталось сколько? 7? Осталось 7 пропустить. И замечательно. Ну, уже 2 забитых. С Ливерпулем встретится еще какой-нибудь. Олег, не сбрасывай, и все. Не сбрасывай со счетов, что у нас всегда считался Локомотив. Да, какой командой? Пятым колесом. Нет. Кубковая команда, я не про Москву говорю, я не про чемпионат России, я говорю про европейские турниры. Всегда считался, выступает, скажем так, в Кубок УЕФА или Лига Европы. Вот это его турнир. Просто вот, ну, не повезло ему, наверное, здесь. Ну, хорошо. Не, ну, просто ему не устали. А удобнее, неудобно играть с российскими командами, потому что когда у нас стали поля вот более-менее нормальные? Это где-то, вот, ну, может быть, 10 лет назад стали вот появляться поля. Ну, не услышали, в чем причина. Я только услышал от Кости, что Локомотив стал не на те рельсы почему-то. Я не понял, на какие он стал, те или не на те. Но почему действительно вот в эту Еврокубках такой провал получился? Вроде бы и состав тот же, да, ну... Даже усилился Смоловым, да? Там... Но здесь, может но быть, Смолов, во-первых, не играл. Не играл. Нет, игре. Я вообще он вышел только в одну. Был там Хёвидес, да, приобретен на того же Шальке. Да, приобрели. Крыховик, который там в Севилье в свое время играл, там Пылил за ПСЖ в свое время. Какой? Тренер тот же, опять же. Да. Ну, может быть, вот тут, как раз он Палыч не смог настроиться на европейский турнир. Я говорю про рельсы, те опыт, самые, что... Он и Киевлян выводил, и... Раз. Почему-то вот, стоп-кран нажимается, когда в Еврокубке мы едем, да, куда-то выступаем, а возобновляем свою игру, свое видение Семин показывает в чемпионатах России. Может быть, нету, знаете, отбивших шишек, какого-то вот реального опыта, где можно было все свои какие-либо комбинации. Ну это ты про Уфу можешь сказать. Уфа первый раз участвовала в Еврокубках, да. Она могла там шишки набить, не шишки. Дело в том, тренер что... ни разу не дело был в Еврокубках. Дело в том, что в составе Локомотива ни одного нет игрока, который участвовал в Лиге чемпионов. Да какая разница? Ну, слушай, они ЦСКА тоже полсостава не подожди, кто у вас играет в обороне? С Реалом и обыгрывали его. Там в обороне? 6 или 7 игроков. ЦСКА мы еще поговорим. Может, Ерсен просто нечего предложить. Разве не играл в Лиге чемпионов? В Лиге чемпионов за Локомотив точно нет. Нет. Я тоже в Лиге чемпионов за Локомотив не играл. Хорошо. Жень, давай сделаем мосточек. ЦСКА. Стрелку разверни. Стрелку развернем, да, перенаправим. А то мы сейчас весь негатив, который у нас есть, ну, по крайней мере, болельщицкий, да, направим только в сторону одной команды. А что ЦСКА? А вот мне не стыдно.
Мне не стыдно за игру, которую показал ЦСКА. Так. Не стыдно ни за одну минуту, которую там команда провела на поле. Ни за одного игрока мне не стыдно. Я болел и переживал до самой последней минуты. Не, и мы считал, не сомневались. Не считал, ты не болел и не переживал. И не считал, что мы заслужили вопрос не в этом. Поражение. Почему? Да, игра... Почему проиграли? Почему проиграли? Потому что это Рома. Потому что это... Потому что это Рома. Потому что это Рома. Потому что это Паша. Нет, я считаю, что... Потому что это... Гладиолус. Гладиолус. Нет, ну потому что все-таки я считаю, что Рома сейчас одна из, скажем так, сильнейших команд. Европа находится. Который сейчас идет на седьмом месте. Не важно, где Италия. У нас Локомотив лихорадит, да, то в Европе играет хуже. Все, понимаешь, тут не от этого лихорадило, что она до полуфинала Лиги Чемпионов в прошлом году. Нет, ну в прошлом году, я говорю, сейчас Олег говорит правильно, потому что сейчас Рома в чемпионате очень играет нестабильно. Чемпионат Италии. Я просто говорю, по телевизору, может быть, это незаметно было, а вот когда сидишь с трибуны, ты видишь, грубо говоря, Ахметов, да, и... Защитник или полузащитник Ромы, он ему вот так вот где-то вот, меньше плеча. То есть такие здоровые дядьки играют, ты смотришь на нас, какие-то пацаны. Ну вот ты сидишь, а я пацаны, стою. Какие-то и пацаны. Вот тоже практически одно и то же. Ну вот практически. Жень, ну это понятно. Нет, вопрос в другом. Может, Илья ответит. Почему проиграли? Ну, мне кажется, мне где-то даже не повезло. Может быть, тактически что-то тренер там не доработал. Да нет, понимаешь. Ребята не добегали там. Нет. Почему? Нет, не могу вот прям... Или настолько Рома действительно сильнее? По... Сильнее, да, просто смотрел? Сильнее. Ну, во-первых, не стоит забывать, что Рома забил уже тоже на первых минутах, да, свой мяч. Ну, да. Наверное, это немножко каждой команды, которая настраивается на определенную на игру, многие знают, профессиональные футболисты, да, когда тактика идет буквально там минут 30-20, и тут забивается быстрый гол, все рушится, приходится все делать. Ой, не соглашусь, сколько наоборот. Матчей, Кость, вспомни. Вытягивали, да. Наоборот, когда команда рано забивает, 3-0. Сами тренеры говорят. Это не с той командой. Это не на европейском уровне. В рамках чемпионата России можно еще все поменять. Здесь же совсем другой футбол. ЦСКА сколько раз сравнивал? Они сравняли? Сравняли, да. Сравняли, и в итоге их дожали. Выигрывали даже, проигрывали 2-0 и выигрывали 3-2. Потому что в начале игры мяч забит, он ни о чем не говорит. Потому что действительно... Команда, может быть, действительно все перевернуть. Жалко, конечно, что получил травму Марио Фернандес, да, за которую я переживал. Действительно, лидер команды, который мог двигать вперед, получил травму такую, которую сейчас стрясили. Ну, будем надеяться на его здоровье. Ну, до конца, скажем так, зимы. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая образовалась после 4 туров. Итак, Лига чемпионов у нас, где играет «Локомотив». 4, соответственно, игры, да, у Порту 10, у Шальки 8, у Галатасарая 4 и у Локомотива 0 очков. Вспомним, Илья, космос. Угу. Мы говорили, когда ЦСКА доставался. Космос. Космос, реальный космос. Так, и даже в этой группе ЦСКА умудрялся набирать очки и боролся за выход в Лигу Европы. Ну, я повторюсь, Олег, ты, знаешь, как по Толстого получается, то есть когда российские команды побеждают, это нечего обсуждать, а вот когда проигрывают, то есть несчастливы каждый раз по-разному. Так. То есть вот можно и в «Локомотиве», я бы сказал, все 4 матча, вот эти поражения были не одинаковые. Соглашусь. Они все имели какие-то тенденции к положительному исходу. Вот все 4, ну может быть сам первый матч с Галатасараем был какой-то совсем... Да, вот могу сказать, что вот чем отличается «Локомотив» от ЦСКА по их выступлению. Вот, на мой взгляд, гибкостью тренерской мысли. Вот здесь я с тобой согласен. Вот для начала. Да, и именно мысли на европейском уровне. Да, то есть «Локомотив» играет, по крайней мере, внутренним, может быть, хорошо. Кости меня поправят. А вот, да. «Локомотив» именно за счет отсутствия новых современных мыслей играет, не играет в прессинг высокий, как ЦСКА периодически включается. То, что... Вообще идет тенденция, что тренеры омолаживаются, да, тренерская профессия уменьшила в возрасте 20 лет. В российском чемпионате. Ну, не забываем о том, что тот же самый Виктор Гончаренко, да, он еще свои какие-то наработки и успешные выступления, еще с Батэ, я помню, да, выходил и побеждал тоже, и бился Баварии, с тем же, там же, с Барселоной на равных, да, и с Баварией, еще когда Батэ тренировал. Опять же, отсутствие опыта, а у Гончаренко есть возможность выступать на Юрий Павлович только поиграл. Ты говорил, он же с какими командами? Нет, это понятно, но 14 лет многое что поменяло. «Локомотив», сборная, это «Динамо Киев». Сереж, понятно. Это когда все было, Сереж?
Не, ну он говорит про опыт. Хорошо, когда это все было? А когда с Батэ играл? Когда футбол был медленнее. Батэ, наверное, лет 6 назад. Когда Батэ играл? 6 или 7 лет назад. 6-7 лет назад. Ну не 14 лет назад. В Лиге Чемпионов играл с Динамо Киевом. Ну не с Динамо Киевом он играл. С Динамо Киевом. Ну и что он добился с Динамо Киева в Лиге Чемпионов? Он играл про опыт. Ничего не добился. Про опыт спрашиваю. Но мы говорим про русские команды, в том числе про Локомотив. У Гончаренко есть опыт выводить команды в Лигу Чемпионов практически на протяжении последних лет 6-7. У Семина было 14 лет, 7 лет назад, и вот вновь, спустя 7 лет назад, с Локомотивом... Ну, допустим, здесь я, возможно, и поддержу. Все-таки он много не тренировал, да? Он, может быть, где-то и потерял. Ну, может, там перерыв, как сказался. Много не, долго не тренировал, а зато наш телезритель достаточно быстро дозвонился до нас. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Добрый вечер. Вот Сережа сказал... что хорошо, вроде бы команда играла в ЦСКА, ему все понравилось. А я беру другое. Вот, пожалуйста, давайте мы посчитаем. Тонь ЦСКА 1-0. Дальше идут у нас кто там? Итальянцы 3-0. Дальше Краснодар 2-1. С динамовцами 0-0. И опять итальянцам 1-2. Да. 5 матчей, есть только 0-0. А все остальное, извините меня, проигрыши. Из 15 очков одно очко. Как там, трижды или четырежды, они хорошо. А вы сами... И у меня сложилось такое впечатление вот по последнему матчу, что они доходят до штрафной, и боятся, а дальше не знают, чего делать. Боятся ударить. И начинают искать, кто там подключится, кто не подключится, кто кому пас отдаст. Пока они гоняют туда-сюда, они либо теряют мяч, либо что-то еще. Но факт остается фактом, что они не могут выиграть у итальянцев. Хотя я, может быть, и согласен, что, может быть, они перебегали бы нас. Но дело в том, что мы не умеем играть, и никогда не умели, даже в советские времена, когда нас прессингуют. Ну, скорее всего, да. Вот они не дают нам развернуть наши атаки никак, к сожалению. Ну, вот иногда мы и в игре с «Зенитом» ЦСКА такую же тактику применил с «Зенитом». Да, вот правда. И все. И еще скорости, да, Юрий Сергеевич? Скорости, конечно, у европейских команд. Скорости у нас всегда были плохие, да. К сожалению. У нас нет игроков, которые умели бы быстро бегать. А без этого футбол... Вот Акинфеев им выбросит, а они убежать-то, к сожалению, не могут. Их догоняют. Спасибо. Увы, это так. Нет у нас быстрых игроков, к сожалению. Это не только в ЦСКА, это в других командах такая же картина. Согласен. Спасибо. Давайте сразу посмотрим, какая турнирная ситуация у нас в группе, где выступает ЦСКА. Итак, у нас на первом месте Реал Мадрид, 9 очков, Рома 9 очков, ЦСКА 4 и Виктория Плезень у нас набрала одно очко. Вот я хочу тебе сказать. Вот, смотря на эту турнирную таблицу, да, я вижу Реал, Рома. Это намного вкуснее в Европе преподносить, чем тоже ЦСКА. И то, что вытворял, скажем так, судья турецкий, да, который был последний матч с Ромой, это говорит о том, что Европе нежелательно видеть команду в Лиге Чемпионов, я имею в виду, как ЦСКА. Да чушь полная. Да не чушь. Именно поэтому 95-й минуте чушь пенальти полная. Поставили с Плезенью. Да, должны поставить. Я понял. Да. Не, на самом... Я уверен, что это абсолютно не так. Ты хочешь сказать, что судья осудил нормально? Вспомните, Зенит, с каким количеством очков вышел из группы? Когда это было? Позапрошлом году. Не знаю, это 12, что ли? Нет. Еще раз, Олег. 6 или 7 очков. А, ты... Когда он вышел у себя в группе, да? А сейчас ЦСКА... Без Севильи они играли потом, по-моему. Да. А сейчас ЦСКА может и не хватить очков, чтобы выйти в следующее... Но если два раза мы выигрываем, и два матча выигрываем и у Реала, и у Плезени, то почему бы нет?
замахнуться на Вильяма нашего, так сказать, второе место. Ну, Реал поменялся. Ну, даже я попрошу сейчас, да, операторскую группу, может, есть у кого в кармане, мало ли, градусник, что там, не знаю, таблетки от давления. Не, ну почему бы нет? Ну, почему бы и нет? Нет, вот Юрий Сергеевич сказал, что мы играем то плохо, то хорошо. Ну, это, естественно, юношеский максимализм. То мы можем играть, а выиграть Реал, а то мы получаем какую-то... Не вся команда юношества, это не, ты же говорил, Фернандес, Акинфеев и Набабкин. Ну, два человека из 11, Два человека из 12. Ну, я себя считаю игроком ЦСКА. Ну, это правильно. У нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер, еще раз, Сергей. Сергей, что касается судейства, я согласен. Но нас, к сожалению, всегда так судят. Отвратительно. И 11-метровые были абсолютно законные. Не дают и, к сожалению, не дадут, даже в будущем. Им Россия там не нужна, к сожалению. Да, а еще они судят не так, как наши судьи судят. Понимаете? Абсолютно вот с этим мнением остается, я не согласен. Я могу абсолютно на это сказать слова Лобановского, которого спросили, почему, как вы умудрились обыграть Барселону 3-4-0 в 98-м году. Он ответил, я всегда учу забивать 3-4 мяча, тогда ты точно выиграешь. Ну да. Но сейчас ты понимаешь, сейчас ты совсем по-другому немножко. Сейчас ты не забьешь, потому что... Хорошо, хорошо. Давайте перейдем к следующему этапу. У нас три команды играли в Лиге Европы. И давайте вспомним результаты, которые показали наши команды. Итак, Лига Европы. «Зенит» бездарно провел игру и сыграл с «Бордо» 1-1. Спартак Рейнджерс. Это веселая игра. О, самое как веселый Роджер, да? Или как там? Рейнджерс. Рейнджерс, веселый Рейнджерс был. ФИФА была. Да, и Краснодар, Стандарт, 2-1. Краснодар вернул, как говорится, Стандарту должок, да, победил. Камбэк, да, победил в этой игре. Ну, не стоит забывать, что мы вот после первого тайма, до всех матчей практически Лиги Европы, Сергей, я помню, написал, что есть чуйка, что наши клубы все проиграют. Все проиграют. Но как во втором тайме все изменилось? Даже тот же самый «Зенит», да, который, по твоему мнению, не очень хорошо сыграл, да, тем не менее... Даже имел шанс Олег в концовке забить там второй мяч. Ну там это не благодаря, вопреки все счета. Да, посмотри, да, что «Зенит», да, даже Симак признал, что нам просто повезло. Говорит, счет устраивает, все нормально, очко набрали. Так же с «Спартаком», там любой счет мог быть. Там, да, вспомни, да, последние секунды, 5-6. Какие проходили. Да. Это ужас какой-то. Также камбэк этого Краснодара. Да. Тоже ребята 1-0 проиграли до 70-й, да, кажется, минуты. Потом все-таки, ну, забили. Молодцы, да, нашли себе. Ну, Краснодара вот в чемпионатах России он прибавлял на последних минутах. Да, у него какая-то... И ЦСКА, у него там рекорд-след. У него же были матчи, наоборот, он там в конце умудрялся пропускать, а здесь повезло просто. Да, но... Давайте, во-первых, скажем огромное спасибо «Спартаку», да, потому что действительно матч получился, ну, тот, наверное, который мы любим, за это футбол. Да это хоккей был. Ну, может быть, и так, да. Страсти, забитые мячи, какие-то невероятные возвращения в игру. Да. 1-2 проигрывал, 3-2 выигрывал. Да, все это было. Вот. И поэтому огромная благодарность футболистам «Спартака» за такой эмоциональный просмотр этого матча. Давайте посмотрим турнирную таблицу по разным командам, по разным группам, которые сейчас сложились у нас в Лиге Европы. Итак, друзья мои, «Зенит» еще не обеспечил себе, да, выход в следующий раунд, но возглавляет свою группу, набрав 8 очков, и «Славия» 7, «Копенгаген» 5, и «Бордо», мне кажется, уже, да, лишился, хотя нет, теоретически еще есть, потому что две игры осталось, у них одно, 6-7, да, еще. Это чисто теоретически, потому что... Да, скорее всего, да. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая в группе, где играет «Спартак». Одна победа. Да. И второе место. И что удивительно, это такая группа, да? Смотрите, 6, 5, 5, 4 очка.
каждый матч. Что думаешь, что такие веселые команды сыграют? Да, последняя команда в следующем туре может так выйти на первое место и абсолютно чувствовать себя свободно в этом компоненте. Ну и Краснодар, еще одна наша команда. Да, посмотрим ее турнирное положение. Тут явно есть аутсайдер, турецкая команда. Кстати говоря, по поводу турецкого чемпионата. Акхисар, 0 очков. Да. Ну и Краснодар, Севилья, Стандарт, 9, откровенно говоря, 6 очков. Да, Акхисар, команда турецкая, она на самом деле... У нас же сильный турецкий чемпионат. Удивляла, и там даже играл в свое время Вагнер Вав, который потом ушел из этого Акхисара. И то, что команда четвертое место занимает, откровенно говоря, ну... А что, откровенно говоря, так... она сейчас почти на последнем месте идет в Турцию. Ну да. Ну вот команда вот имеет свойство как-то рухнуть и все, да, в одночасье. Да, она через кубок отобралась. Все, все. Но да. В Турции всегда смотрите, друзья мои, получается, что у нас достаточно хорошие шансы... В Лиге Европы. На, как, ну так, я уж оптимистично, на 4 команды. Продолжение Лиги Европы на всегда говорим, весну. Что да. Локомотив говорил, что наш турнир Лига Европы. Главное, чтобы как Локомотив в прошлом сезоне не попасть на стадии там на тот же Атлетико Мадрид, да, который был в прошлом году. Ну, да, давайте посмотрим, чтобы у нас много тем, давай, хотелось бы все обсудить. Давайте посмотрим, с кем будут играть следующие свои матчи наши команды. Итак, Лига чемпионов. ЦСКА встречается с аутсайдером. Дома. Дома с Викторией Пельзень, а Локомотив дома играет с Галатасараем. И если мы вспомним турнирную таблицу, то Галатасарай занимает 3-ю позицию и... Если в случае победы Локомотива, да, на одно очко будем, а там уже, как говорится, как на душу, да, или как карта. Но самое интересное, что у Галатасарая есть победа домашняя над Локомотивом, и там все будет возможно решаться в самом последнем матче. Да, ну и ЦСКА играет, Жень, побеждаете, ЦСКА да, обеспечивает третий. Выход. Побеждаем два матча. Нет, даже... Европа обеспечена, да. Ну и давайте посмотрим Лигу Европы, также матчи, которые состоятся. Все наши команды играют дома. Все. Просто. Краснодар играет с Хисаром, набирает, побеждает, обеспечивает себе место. «Зенит» побеждает Копенгаген, обеспечивает себе место. «Спартак» «Рапид». Скорее всего, многое будет решаться в последнем. То же самое, если «Спартак» обыграет «Рапид», он обеспечит себе минимум второе место в группе, если посмотреть таблицу. Да? Да. Сейчас я сверюсь со своей картотекой. Будет 8 очков, у «Рапида» 4, «Рейнджерс» 5, а у них ничья и победа. Да, согласен. Да, согласен, обеспечивает себе по личным встречам. В следующем туре российские команды с высокой долей вероятности обеспечат себе затур до конца. Продвижение в Лиге Европы в весенней стадии. Кроме Локомотива. Главное, все победить. Локомотив, да. Ну что ж, друзья мои, давайте переходим уже к нашему внутреннему чемпионату, потому что состоялся 14-й тур, очень интересный тур. Встречались лидеры нашего чемпионата. Ну и давайте визуально, что называется, вспомним, какие были результаты. Итак, центральный матч тура. ЦСКА «Зенит» 2-0. Рубин «Локомотив». Рубин смог тормознуть «Локомотив», который до этого держал 5 побед подряд в чемпионатах России. Краснодар обыграл «Енисей», который не обыгрывает, наверное, только «Лениво» и ЦСКА. Уфа «Спартак» 2-0. Самый, наверное, неожиданный результат этого тура. Ростов «Динамо» 0-0. «Динамо», скорее всего, все-таки набрали в этом матче очки, чем потеряли. «Крылья» «Ахмат» 1-2, «Урал» «Оренбург» 2-1 и «Арсенал» «Анжи». Команда «Арсенал» сделала небольшой такой подарок своему теперь уже бывшему главному тренеру и обыграла «Анжи» со счетом 2-0. Итак, друзья мои, давайте переходим. Мы много говорили, но я думаю, этот матч мы не можем пропустить своим вниманием. ЦСКА, «Зенит». 2-0. Счет этого матча. Жень, Илья, поздравления. Не стыдно за команду.
Да, поздравления и всем болельщикам, которые смотрят нашу программу. 2-0. Да, как вы вообще смогли и посмели обыграть лидера этого чемпионата, которым я уже повесил чемпионскую корону и, там, не знаю, погоны? После второго тура причем уже. Практически. Легко. Но я тут неожиданное мнение встретил среди своих друзей. Может быть, вас оно тоже пора улыбнет, по крайней мере. Была сказана такая версия, что «Зенит» проиграл, потому что в Москве наступила зима, а в Аргентине лето. Хороший. Так «Зенит», если как бы говорить посерьезнее, то армейцы провели очередную тренерскую гибкость. У нас вышел второй нападающий, или, по крайней мере, так это выглядело с трибуны. Кстати, несмотря на то, что мы с Евгением опять на разных трибунах матч смотрели на этот раз, Первый тайм мы вместе смотрели, когда наши забивали. Потому что по этому матчу у нас... Кое-кто остался в баре. Да, по Ахметову в этот раз, может быть, мы с тобой как-то сойдемся, что очень понравился. И понравился Сигурдсен, понравился опять гибкость, как армейцы задавили Питер. Просто приятно посмотреть, по-моему, в одну калитку. Точно так же, как, скажем так, нас давила Рома, да, прижимала нас к своим воротам и делала высокий прессинг. Мы точно самое здесь применили в игре с «Зенитом». И здесь вот нам хватило сил до конца матча делать вот высокий прессинг. Да, хотя надо заметить, что все-таки питерцы очень грубо ошиблись в моментах с забитыми мячами. Да. Может быть, если бы мы не забили эти голы, и потом бы немножко подсдали физически, а в втором тайме так все-таки немножко и произошло, то неизвестно, чем бы еще это закончилось. Ну, согласен. Не забывай, что у нас же травмировался тоже игрок, который тебе понравился, Ахметов, да, и, скорее всего, тоже до зимы уже не выйдет на поле. Да, ну, говорят, это вообще нормальная история. Постоянно у нас игроки вылетают. Но понимаешь, когда выходит на их место, что вышел Жора Щенников в матче с Ромой, да, что здесь вышел Хасонов, да, сделки. Боже мой, я хотел забыть это имя этого футболиста раз и навсегда. А я тебе хочу сказать, Хасонов что... это игрок команды уровня, я не знаю, какой придумать. ФК Чертанова. ФК Чертанова, ничего страшного. Хорошо, ФК Перова, ФК Бирюлева, ФК Бутова и так далее. Я буду защищать своих футболистов. Все равно. Это вышел. Бездарность. Да, выход их, допустим, в других матчах, да, но в этом матче... Краснодаром вышел. Позор. Зенитом вышел. Позор. Сколько можно не попадать в игру? Ну, молодой игрок. Ты музыкант. Ты часто, если ты в ноты не попадаешь... Так я делаю вид, что я попадаю в ноты, понимаешь? Там есть возможность фонограммы, правильно? Да, могут ударить. А здесь нет. Ну, нет, на самом деле, Хасонов в последней игре смотрелся... Да. В первых минутах и первой передаче он были плохо сделаны. Потом он освоился и играл нормально. А вот как тебе, Олег? Где он освоился? Освоился. Олег, он не стал делать передачи. Матч. Ты не смотрел, что ли, футбол? Нет, паршивый матч у Хасана. Он сделал плохие, а потом вообще ни одного... Он мертвый. Он мертвый. Какой мертвый? Ну, ладно, он живой, он бегает. Причем, кстати, в прошлых матчах он мне понравился. Особенно в первом матче с Ромой, как ни странно. В первом матче с Ромой. Потом был Краснодар, сейчас «Зенит». Ужас. Не, ну, да. Олег, смотри, а вот ребят, как извините, тебе игра Ахметова? Потому что он у меня лично двоякие мнения. Я посмотрел первый тайм с матча с Ромой. Откровенно говоря, Ахметов не понравился. И то, какую он выдал серию во втором тайме, и как он выдал также два разных тайма, мне показалось, в матче с «Зенитом», во многом, мне кажется, молодые игроки ЦСКА, они еще не могут стабильно проводить, например, не то чтобы игры, а те же самые таймы стабильно. Что первое, что второе, там, на уровне. Может быть, это с тем, что они проводят такой первый серьезный сезон на высоком уровне, либо, может быть, реально нехватка опыта. Возможно, но не напоминайте мне больше про Хасонова. Я потому что это, не помню половину фамилии, я скажу впечатление первое, потому что первый тайм я практически полностью посмотрел. Мне показалось, что ЦСКА был действительно свежее. Свежее и быстрее в первом тайме. И особенно. Моложе. Да, ну моложе, пускай моложе, как тебе нравится. Но это тоже присутствует. Ну, может быть, действительно можно понять Симака, который говорил, что действительно, может быть, действительно, на два дня меньше занимался, отдыхал, вернее, «Зенит», а ЦСКА были эти два дня, чтобы подготовиться и отдохнуть, и как-то привести себя в порядок после Еврокубков. Возможно, какие-то другие проблемы там у «Зенита». Возможно, ошибки, как Сереж, я сказал. А можно я тебе напомню одну историю? Когда ЦСКА в четверг выиграл
по-моему, проиграл. Кубок проиграл Локомотив. А, ты на... Ну, это да, нет, это старая история. А в выходные обыграл Спартак 3-0. А кто был тренером у ЦСКА в то время? Газаев. А у него не забалуешь. Ой, это другой разговор. Давайте, друзья мои, идем хорошим темпоритмом. Рубин, Локомотив. Как я уже сказал, перед этим Локомотив победил в 5 матчах подряд. Рубин ну, находится, да, достаточно высоко. Константин. Да. Да, скажи нам. Мне кажется, вот тоже друг, вот тут вот Динамо не хватило. Тут ЦСКА и Динамо начинает немножко возникать. А я хочу сказать, что игра Рубин-Локомотив смотрелась немногим интереснее, чем Динамо-ЦСКА. Там, откровенно говоря, мне показалось, был договорняк, а здесь же Юрий Павлович Семин сказал, что у Рубина прямо сейчас одна из сильнейших оборон в чемпионате РПЛ. Ну, поэтому они когда возьмем статистику и посмотрим, кто меньше всех пропустил мячи, да, мы увидим, что по количеству пропущенных мячей кто? На каком месте ЦСКА? А на каком Динамо месте? На третьем. Ну, без разницы. Ну, подождите. Мы же не будем смотреть весь чемпионат. Мы будем смотреть Рубин, команда, которая играет дома, в Казани. Теперь вспомни мои слова. Я что говорил? Как только Локомотив сейчас сыграет, посмотрим на его игру, когда он встретится с сильными командами. Я считаю, что Рубин... Бердыцкий, довольно сильная команда. И у Локомотива начались проблемы. Во-первых, не стоит забывать, что с Рубином в Казани всем командам трудно играть. Конечно. И если Локомотиву попался Рубин на данной стадии, в принципе, о трех очках легких и речи быть не могло быть. Я могу продолжить твою речь. Ты скажешь потом, да, в Питере с Зенитом тоже тяжело всем командам. На ЦСКА... Тоже вот ЦСКА тоже тяжело будет. Понимаешь, ты всех можешь верхних сказать, что тяжело. Но, понимаешь, обыгрывать Енисей – это одно. А мы ЦСКА обыграли. ЦСКА обыграли у них дома. Динамо. С Динамо тоже бились. Динамо когда играли-то? Неважно. Со Спартаком тоже играли. Вообще это спартаковская история. Выигрывать все матчи дома, а типа в гостях нормальные ничьи. Ну какая разница? Это может быть, если мы говорим сейчас прямо сейчас про Рубин, то Семин сказал после игры, я смотрел его интервью, что Рубин сейчас показывает достойный футбол в обороне, и их вскрыть крайне сложно. И то, что у них не так уж и много пропущенных мячей или мало, это ни о чем не говорит. Мы увезли очко из Казани, я считаю, это добротный результат. Молодцы. Абсолютно, я согласен. Давайте переходим к следующему матчу. К сожалению, нет сегодня представителя Спартака, но он обещал, что будет нас смотреть. Уфа по итогам данного тура, да, выиграла со счетом 2-0 у Спартака. Но более того, до этой победы Уфа находилась на... 15-м месте в зоне вылета, да, и сейчас за счет этой победы уже вышла из этой зоны вылета. Друзья мои, будем говорить о Спартаке? А ну, нет? Это займет полпередачи, потому что мы начнем сейчас говорить осталось о новом тренере, да, это затянется у нас. Сколько выиграл матчей Рианчо Панчо? Один матч с Рейнджерс, да. То есть, в принципе, можно сказать, что с этим тренером у Спартака, ну, навряд ли было бы какой-то. А сколько бы выиграл бы матчи и бы Каррера, если бы остался? Все ждали, пока Федун приедет с отпуска, назначит нового тренера. Федун приехал с отпуска, назначил нового тренера. Поздравляем. Мы уже говорили об этом 2 недели назад, что Кононов. Ну, говорили, но это просочилась информация. Не было. Хорошо. Кононов приведет Спартак. Чемпионства точно нет. Ну, вот как обладателем кубка, наверное, у Спартака есть шансы на кубок с этим специалистом. В этом сезоне. Да. Что там опять творится в Спартаке, скажем так, но мы знаем, что Кононов все-таки интеллигентный тренер, да. И, скажем так, который проповедует атакующий футбол. Хочешь сказать, Спартак не интеллигентная команда? Я не хочу ничего сказать про это. Как он приживется там, вот вопрос. Если он приживется, значит, даст результаты. Но, я бы не говорил, что Кононов – это тренер Спартака. Ну, тут знак вопроса, действительно, большой знак вопроса, потому что никто не знает даже. Мне кажется, и специалисты, и руководство Спартака не знают, как все обернется, потому что это действительно такая кандидатура, ну, непонятная. Никто не знает. Может быть, он действительно приведет, а может быть, действительно… Ну, а кто думал, что Каррера приведет к чемпионству Спартак? Кто думал? Ну, бывает так. Привел? С Каррерой в данном случае вообще не было никаких вариантов. Все думали, что Каррера – это то же самое Рианчо,
Санчо Панчо, который тоже будет как бы рядом с клубом, пока не зайдут ему там откровенную замену. Кононова еще Бесков, если да, я не ошибаюсь, приглашал несколько раз. Потом Кононов человек, который достойно показал из трех русских команд с двумя. С Ахматом, откровенно говоря, не получилось, да, чуть-чуть. Но здесь же, опять же, какая ситуация? У Спартака была возможность позвать Кононова, и он тут же согласился. И какая будет судьба этого специалиста, мы не знаем, потому что все что угодно может любой быть. Любой тренер согласится тренировать Барселону, Спартак, кто у нас там, ПСЖ, Носороги. Носорогов и так далее. Любой тренер согласится. Давайте трезво оценим Олега Кононова, чего он добился на предыдущих местах работы. Именно с точки зрения результата. Спартаке у него потребует... Третье место в Краснодаре. В Спартаке будут согласны второму даже месту. В этом году, да, я думаю. Не знаю, мне кажется, он попал в команду, в такую молотилку. Да, не позавидовать. Жалко Олега Кононова. Не позавидовать специалисту, потому что наверняка у него не будет трансферов. Ему наверняка трансферу ведомости никто не будет обещать этой зимой. Ему будет крайне сложно еще разобраться внутри коллектива, потому что и фратрия, да, как я понимаю, и болельщики Спартака, они, в принципе, против некоторых игроков. Как на это отнесется новый специалист? Почему? Нет, у него другие совсем планы. Нет, я думаю, все будет... Это такой пиар-ход, я встречусь с Романцевым. Это они сейчас Давайте следующий матч. Тем более этот матч не увидели забитых мячей. Но мы увидели то, что команды поделили очки пополам, как и нули на табло. Итак, Ростов-Динамо, счет 0-0. Сереж, скажи, пожалуйста. Когда вы уже, начнет подъем ваша команда, учитывая, сколько мы говорим о том, что Хохлов подводит команду к какому-то, не знаю, пику. Хохлов на Мальдивах все правильно делает. Он все молодец, и мне очень понравилось, как он... У нас был такой сейчас период, что играли, я говорю, с «Зенитом», с «ЦСКА», с Ростовом и с Ахматом. Да? То есть команда не проиграла ни в одном матче. То есть три ничьих, одна победа. То есть, в принципе, я думаю, неплохой результат, потому что, можно сказать, с лидерами играли. Вот. Если не брать Ахмат, там все равно близко к лидерам. Ну, конечно. Вот. И поэтому. И как Хохлов подводит команду, то есть тоже у Динамо много проблем с игроками сейчас. Вот, мало того, что скамейка маленькая, тут еще травмы пошли. Я сейчас посмотрел турнирную таблицу, Ахмат выше Спартака. Ну да, восьмерки. Ничего страшного. А по пропущенному мы уже говорили, Динамо на третий месяц идет, в принципе, нормально. Кохлов делает то, что делает. Он делает то, что есть. Будут игроки, тогда будет результат. А сейчас надо доиграть, тем более осталось три игры. А три игры какие? Дома с Енисеем, дома с Уралом и на выезде с Рубином. А что ты взял, что эти команды будут отдавать? Я не говорю, очки? Что... Нет. Почему ты говоришь, мы сыграли с верхней той? Ну ты меня не дослушал. Я говорю, надо брать просто в этих, хотя бы надо а брать тебе очки. А тебе они будут отдавать? И зимой Спартак тоже думал, что он сыграет с Уралом замечательно. Значит плохо. Ну, да. Плохо Хохлов тренирует, если поиграем. А Уфа была на 15-м месте, как ты знаешь, да? Что? Спартак проиграет. Ну что? А кто Никто Уфа? Не думал, что, а что Спартак там? Проиграет. А что Уфа такого показал с Спартаком? Это Спартак так сыграл. Ты думаешь, что Уфа а не будет бороться? А первый тайм возьми, что Спартак... Все будут бороться. Енисей будет, я тебе уверен, будет борьба. Абсолютно точно. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая у нас сложилась после 14 туров. Итак, первая восьмерка. «Зенит», вне всяких сомнений, лидер, но уже его преимущество над второй, по крайней мере, командой уже составляет 5 очков. Ну и дальше там у нас идет «Локомотив». Третье место, целая такая команда Ростов-ЦСКА. То есть у нас достаточно сбитая такая вот первые 6 команд. Вообще все, а дальше посмотри. То же самое, да. Ну и смотрим вторую, нижнюю часть. 19, да? Спартак, да. 19 очков, но находится он в нижней части турнирной таблицы. У нас, смотри, какой Енисей. Да, Енисей и Зенит, да, вот только выделились, немножко оторвались. Да. Одни в одну сторону, другие в другую. А так, смотри, как плотно команда идут. Ну, кстати говоря, Енисей набрал 6 очков.
Ну и напомню, что ЦСКА Цинси им... Ничего страшного. Ничего страшного. Хорошо, договорились. У нас остается буквально одна минута. Я хотел бы напомнить и нам, и нашим телезрителям о том, что сборная России находится сейчас на сборе, уж простите, и напомним, какие матчи нас ждут впереди. Итак, 15 ноября сборная Германии у себя дома принимает нашу сборную. Ну, это товарищеская игра. Ну и 20 ноября мы играем в Лиге наций. Да, мы играем в Лиге наций со сборной Швеции. И когда мы, по-моему... послезавтра, да, или когда, или завтра, нет, послезавтра, по-моему, мы узнаем, насколько этот матч будет принципиальный, играть, да, этот... да, потому что шведы играют в Турции. Да, там тоже можно. Совершенно верно. Ну что ж, как говорится, будем болеть за наших, переживать и желать им, естественно, побед и удач. Я благодарю своих коллег за то, что пришли, поговорили мы о футболе, и, как всегда, болеем за своих. Пока. До свидания. До свидания.